Друзья, всем доброго здравия! Сегодня так не очередной урок, а как бы такое, может быть, напутствие для вас. Сам всегда так делаю. Часто бывает на работе устанешь, там, психологически, морально. Не то, что там физически. Мотаясь по работе, там какие-то, тут не успел, там не успел. Накладывается. Здесь, блин, что-то сорвалось. И вот такие моменты, они нагружают сильно. И как бы вроде бы так день весь как будто с ног на голову. Здесь не получилось, там бывает такой день, да? И вот проезжая домой, обязательно заезжайте в зал. Я еще 10 лет назад, когда вот такой уставший ехал домой. Какой зал? Я этот зал проезжал, думал. И так я устал, там, морально, психологически. Проезжал зал, ехал домой. Как бы и я не восстанавливался, да? Не было какого-то такой отдушины, да? Потом как-то заехал в зал, думал, тренироваться не буду, просто поздороваюсь с друзьями. Поздоровался, посидел, и меня вот зарядила аура зала, я переоделся, потренировался. И такой кайф, честное слово, я вышел настолько заряженный. И вот с того времени, может быть, 10, может быть, даже чуть больше прошло времени, я если уставший, я обязательно заезжаю в зал. Переоделся. Бывает такое, если на улице прохладненько, что-нибудь тепленькое одел. Ветровочку. Взял скакалочку, на скакалочке начинаешь прыгать. И прям желание появляется. Только первый пот пошел, все, появляется желание. Можно шинги переодеть, на груши поработать. Где-то, если может быть, тренер лапы поддерживает. Помылся, с зала выходишь, блин, как заново рожденный. И вот поэтому вот как бы совет. Едете уставшие домой, заедьте обязательно в зал. Тем более, если в зале хорошая аура, занимаются здесь обычно. Всегда достойные люди, парни, знающие, что такое честь, достоинство, совесть. И общение с такими людьми всегда заряжает. Поэтому, друзья, заезжайте в зал, какой бы вы уставший не были, заряжайтесь энергией. Вся вот эта усталость, вся вот эта вот плохая энергетика, энергия с вас выйдет, и вы начнете заряжаться такой мощной, новой, добротной энергией. Мой совет просто. Спасибо.